Президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев сообщил о заказе на 25 вертолетов Ми-2 МСБ. О заказе было сообщено в Запорожье во время презентации вертолета Ми-2 МСБ-1, который должен проводить эвакуацию пациентов в больницу. В Запорожье на базе областной клинической больницы появилась уникальная вертолетная площадка, построенная предприятием «Мотор Сич». Также состоялась презентация и вертолета, который будет задействован в оказании помощи больным. Многоцелевой вертолет Ми-2 МСБ-1 создан для аэромедицинской эвакуации пациентов. Крылатая техника будет находиться на аэродроме «Мотор Сичи», в случае необходимости в течение 3 минут готова долететь до вертолетной площадки областной больницы. Как рассказал во время презентации техники президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, внутри вертолета установлено европейское оборудование, которое соответствует стандартам Евросоюза. Вертолет способен преодолеть расстояние в 1000 километров с одной заправкой, летная скорость 200-220 километров в час. Вместимость вертолета — 5 человек и 500 килограммов груза. Сегодня такой вертолет уже работает в Закарпатской области. 10 лет назад я рассказывал, что когда-то будет создан наш вертолет. И вот перед нами стоит вертолет, который на 85% состоит из украинских деталей и узлов. Мы за это время освоили двигатели, редуктор, лопасти композитные, на 40% композитный фюзеляж, сказал Богуслаев. Вячеслав Богуслаев также сообщил, что завод получил заказ на 25 таких вертолетов. Напомним, в феврале 2021 года военно-морские силы ВСУ получили для морской авиационной бригады первый вертолет Ми-2 МСБ. Ми-2 МСБВ модернизируется на Винницком авиационном заводе. Главным элементом обновленной машины есть двигатели АИ-450М, разработанные на ГП «Ивченко Прогресс» и изготовлены на предприятии «Мотор Сич». Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.